25-я десантная штурмовая бригада была взята в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск. ВСУ не смогли оказать никакого сопротивления и сдались без боя. Стрелять учили? В тире. Виртуальный тир там был, что як ото на комп'ютерах ігра, що стріляють віртуально ігри. Так само і ми в тірі стріляли. Здесь, ну, відноситься хорошо. І, ну, плохого я здесь нічого не можу сказати, тому що, ну, к нам отнеслися хорошо. Не так, як наше правительство к нам относиться. Ми стояли на позиціях, у нас два дня ми не їли, не пили, вообще нічого. Це підрозділення формувалось постоянно из новых людей, потому что потери были очень большие у нас. Поэтому там называть конкретно тех людей, которые в данный момент там находятся десантниками, это громко сказано. Это не профессиональные военные, это мобилизованные люди. Обучали иностранные специалисты, молодых военных, профессиональных, контрактных. А те уже, в свою очередь, обучали остальных, и так по цепочке это происходило. Я не доучился. То есть и навыках в каких-то определенных, чтобы руководствоваться людьми, давать какие-то приказы, как-то куда-то продвигать или что-то вообще обдумывать, особенно со своим состоянием психологическим, это немножко тяжело было бы. И да, ну так и явилось, что это было тяжело, и я не смог с этим всем справляться. Если ты понимаешь, что вот есть целая Украина, и, допустим, Донецк и Луганск уже с русскими паспортами, образно говоря, флагами уже, вот эти, допустим, 8 лет. Так зачем вы их держите? Ну, им не нужна Украина, отпустите их.